В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями прошла выставка и тест-драйв колясок и вертикализаторов для детей с двигательными нарушениями. Одним из организаторов мероприятия стал фонд имени Ани Чижовой. Юные пациенты с помощью опытных специалистов протестировали возможности нескольких десятков технических средств реабилитации. Это уникальная для Чувашии выставка. Здесь можно не только увидеть все существующие средства реабилитации. В ее рамках доктора рассказывают и показывают родителям, насколько важно подобрать техническое средство правильно, на что при подборе нужно обратить особое внимание и как помочь юным пациентам в реабилитации. А самое главное, как семья собственными ресурсами может повлиять на реабилитационный процесс своего ребенка. Потому что реабилитация деток с двигательными нарушениями, к счастью или к сожалению, не начинается и не заканчивается пределами реабилитационного центра. Да? Она начинается в семье. И порой дефицит знаний у родителей лишает той эффективности хорошей, которая хотелось бы, чтобы была у ребенка. Да? Выставки и выездные мероприятия по подбору технических средств специалисты из Москвы проводят во многих регионах России. В Чувашии подобные мероприятия проходят не в первый раз. Мы осуществляем выездные мероприятия, выставки по регионам Российской Федерации в целях улучшения состояния и улучшения работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. То есть в рамках выставки любая семья, если они имеют такого ребенка, они могут подъехать к нам и примерить, протестировать наши средства реабилитации. Родители с детьми пробовали под чутким руководством специалистов из Москвы примерять легкие и маневренные коляски деткам. Мы приехали из Урмарского района, с поселка Урмары, на прекрасную выставку, где мы смогли подобрать подходящую нам коляску комнатного типа для малыша ДЦП. Она нам очень нравится, нам подходит по параметрам. Нам подобрали высококвалифицированные специалисты. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Республика.